Всем привет! Сегодня покажу крутой щит для симулятора качка 5. Этот щит полностью рабочий, но он больше всего подойдет для начинающих, чем для уже развившихся игроков. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачан, ссылочка на него будет в описании. Нажимаем вот на этот шприц, мы будем инжектиться автоматически. Так, меня кто-то бьет, давайте его убьем, чтобы не боковал. Так, все. Мы заинжектились, вставляем сюда скрипт и нажимаем Xcode. Может немного подвиснуть, но это ненадолго. Это просто так скрипт грузится. Так, все, как видите, вот он появился. Смотрите, первая функция — это автофарм. То бишь, вы нажимаете, и как видите, он за вас автоматически фармит. Вот, получается, все-таки вот этот скрипт больше подойдет, как я ранее сказал, для новичков. Вот. Если вы уже опытный прокачанный игрок, то вам, конечно же, лучше пойти на какой-нибудь остров и там потягать штангу. Потому что это намного выгоднее будет, чем вот так вот получать очень мало. Вот. Так, смотрите, чтобы это отключить, нам нужно сделать ресет. Так, все, сделали ресет. Ждем, пока появимся. Все. Включили, отлично. Телепорт. Я так понимаю, это телепорт типа на сейф-зону, типа где вас никто не достанет, вы можете тут спокойно прокачиваться. Также можно телепортироваться на остров Скайгум. Вот, но я не знаю, конечно, будет у вас работать или нет, но у меня будет работать из-за того, что он у меня уже открыт. Также есть Walk Speed. Вот, как видите, я стал намного быстрее бегать. Прям реально быстрее. Давайте сделаем на... Так. Давайте подвинем, потому что не щелкается. Давайте на 60. И, как видите, заметно медленнее стало. Так, S 30. Да, 30 еще медленнее. Так, ну давайте 200 пока оставим. И также Jump Power. Прыгаю я сейчас вот так. Включаем. И, как видите, прыжок получается в 2 раза больше стал. В принципе, круто. Ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.